Активисты волонтерского центра Одинцовского отделения партии «Единая Россия» провели благотворительную акцию в педиатрическом отделении Одинцовской областной больницы. Вместе с депутатами окружного совета они передали учреждению медицинские маски, фрукты и игрушки для маленьких пациентов. На лечении сейчас находится 37 ребят. Как отметила врач-ординатор педиатрического отделения Валентина Черненко, положительные эмоции помогают детям быстрее выздороветь.